Как обновить прошивку для SSD? Имеете вот такой вот диск на MacBook'е именно. Можно и на чем-то другом, в принципе. Здесь будет образ. Находите свою прошивку. В моем случае это вот эта прошивка. Она небольшая, всего лишь 28 мегабайт. Вот название сайта, на который вам нужно перейти. Далее необходимо вставить флешку. Вставляем флешку. Запускаем. Флешка не может быть прочитана. Запускаем программу для прошивки. Выбираем флеш из файла. Выбираем прошивку, какую мы будем ставить. Я беру вот эту прошивку, по-моему, она последняя. Да, вот написано сегодня была скачана. Это когда? Ну вот сегодня была скачана. Открываем. Выбираем цель. Вот наш... Моя флешка, потому что вот этот скрытый, это там, где ваша операционная система. Ну и нажимаем выбрать. Все, осталось нажать прошить. Спрашивает администраторский пароль. И нажимаем пропустить. Ну, я не знаю, почему она так работает, тем не менее. Нажимаем еще раз повторяем это все. И нажимаем в итоге флеш. Все. Мы прошили флеш. Теперь необходимо вставить вот этот вот диск внутрь компьютера, для того, чтобы прошить. Для того, чтобы прошить прошивку для SSD диска. Это всего лишь обновление прошивки SSD диска, чтобы в нем были самые последние данные. Дальше разбираем компьютер по-быстренькому. Если вы не знаете, для чего вам нужно перешить вашу SSD, лучше этого не делать, потому что последствия могут быть печальными. Вот разобрали. Теперь открываем крышку. Первым делом, что делаем, это отключаем батарею. Для того, чтобы дальше что-то начать делать. Батарею мы отключили. Теперь откручиваем SSD. В моем случае это вот эта штука. И вынимаем SSD для того, чтобы установить другой SSD. Берем нашу NVMe. Так как у меня MacBook довольно-таки старенький, есть такой переходник, поэтому ставим сначала этот переходник. Ставим сначала этот переходник. Он должен защелкнуться. Потом вот этой вот стороной вставляем переходник.
И возвращаем наш винт назад. Только после того, как вы все собрали и поставили память, ну, типа жесткого диска, возвращаем назад батарею. Она чуть назад и вперед ставится. Защелкиваем аккуратно, потому что можете прогнуть плату. Я быстро накрываю это, для того, чтобы не терять время. Открываем компьютер, вставляем нашу флешку, сюда, и теперь зажимаем option и нажимаем включить. Смотрим, что происходит. Включается компьютер. Появляется диск. Обновление EFI. Выбираем. Произошла какая-то ошибка. Ну и пошли прошивка. Спрашивает вас, действительно ли все вы подключили. Для продолжения нажмите пробел. И мне показывает, что новая прошивка не была найдена. Если у вас будет нормальная прошивка и она будет найдена, по идее, оно должно после этого прошиться. Вот так.